каждой книге по самосовершенствованию вы можете найти мысль о том, что творческий человек должен носить с собой записные книжки для того, чтобы записывать туда разные умные идеи. Так вот, современный человек уже носит с собой подобную записную книжку в виде сотового телефона. Достаточно вставить туда карту памяти соответствующего размера и начать записывать свои умные мысли. Прямо так, как я сейчас это делаю. Можно записывать видео, а можно записывать аудио на диктофон. Потом прослушивать или выкладывать в интернет. Пользуйтесь современными достижениями науки и техники.